have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы сегодня будем с вами пробовать Wartips. Я решил немножечко отдохнуть от Tabs'а, он никуда не делся, просто сделал небольшой перерыв, честно говоря, просто немножко подустал от этой игры. Будем его, наверное, чередовать с этой игрой, я думаю, что это будет не посмотряшки, я думаю, что это будет более-менее такое, не прохождение, а погружение, так скажем, в эту игру. Заодно хочу посмотреть, что вы, ребят, думаете про эту игру, пишите обязательно комментарии, говорите, как вам, что вам. Я увидел ее буквально мельком на Ютубе, не стал смотреть, быстренько пошел, купил, прошел обучение только что, потому что игра стратегическая. Короче, поехали играть, там дальше уже вам все расскажу. Завоевания бесконечные, случайные. Давайте попробуем завоевание, новую игру, это, видимо, как это. Пойдем на сержанте, я без понятия, какие тут уровни сложности, как это все будет происходить, посмотрим сейчас на месте. Эмблема. Неплохо. О, вот это хочу. А что еще есть? А, это как раз последний. Вот это хочу, да. Цвет у меня будет, конечно же, вот этот. Вражеский цвет мне, в принципе, не важен. Ну, пусть будет такое классическое сине-красное противостояние. Название. Так я оставлю. Мне это не особо сейчас волнует. Итак, наше место вот зеленая страна, и мы сейчас будем... Нам нужно выбрать, куда мы идем и что мы будем делать. Нападать мы можем только на те места, где у нас есть общая граница. Так, тут у нас есть вражеское построение и есть награды. Ну, что мы с этого получим? То есть летающий газ получим. Я большую часть этого всего не знаю. Давайте попробуем с этого. Оснащение. Что я могу получить? Я могу... Ну, я могу все это получить себе. Да, блин, нет, сюда, чувак, иди. Бункеры. Посмотрим. Ну, в смысле, не бункеры, а мешки с песком. Продать. А, два. Я понял. То есть, кого я сейчас возьму? Вот я сейчас возьму пушки, я возьму вот этих ребят. Они у меня будут использованы в этой игре, и все. Возможно, я тогда не буду песок брать. Я еще не знаю, как вас все играть. И, опять же... Не особо допетрил. И, возможно, вот этих чуваков тогда тоже не буду брать, инженеров. Попробуем вот так заточить. У них будут машины, да? Вражеское построение. Чуваки с дробашами, чуваки с пистолетами и автомобили. Против автомобиля мне что-то понадобится. Возможно, кстати, вот эта пушка, она мне не пойдет против автомобиля. Поехали, посмотрим. Еще не знаю, как это все будет работать. Ананасовая пицца. Ну что ж, вперед. Посмотрим, как у нас сейчас по деньгам будет. Есть три уровня сразу. Я хочу вот так сделать и, наверное, вот так тоже еще раз сделать. Деньги у нас пойдут сейчас. Берем сразу... Сколько? Четыре человека. А, я не могу сейчас повесить, понятно. Давайте, ребят, мочите их. Вот могу повысить. Все, давайте, четвертого человека. Пойдем пачкой в четыре человека, посмотрим, как... Ну, этого сейчас быстро убьют первого, к сожалению. Да. Нате вам гренку. А вот этот, кто за перец? Он не стоит денег? Я не знаю, кто это. Посмотрим, как это все будет просить. Еще денежку надо. У меня такого еще просто не было. Этим...
Ага, по базе я не могу этим пользоваться. Давайте, давайте, ребят. Не знаю до сих пор, как это работает. Так, ладно, повышаем класс наших солдат. Как мне выйти из этого режима, кстати? Я не знаю. А, вот, отменить атаку, я понял. Вот, наши ребята продвигаются, хорошо. Давайте, я думаю, что нам главное до вот этой полосочки, чтобы не дошло. В принципе, эту штуку мы победили. Супер. Вот эта полосочка, там, где она штрихами такая закрашена, это значит, что противник будет кидать свои самые сильные силы в этот момент. Хорошо, мы получили турель для обороны. Я так и не помню, кстати, как ей пользоваться. Вояка со щитом. Это неплохо. Правый вояка — это у нас обычные солдаты. Да. Получить солдат, получить что-либо мы можем исключительно в бою. Поэтому не надо просто так что-то тратить. Пойдемте в оснащение. Да, мы получили, видите, солдат. Вот сейчас мы можем офицера взять себе. Насчет пушки я не уверен. Я бы взял, наверное, офицера, в самом деле. Ну, я до сих пор не помню, это офицер, инженер. Насчет машинок. УАЗ. Да. Я думаю, вы поняли. Пушку оборонную. Я не уверен, что хочу ее брать, потому что не понимаю, как это работает. С другой стороны, тут, видите, опасная фаза находится прямо здесь. И не знаю, посмотрим, как сейчас все будет происходить. Испорченный гидрофон. Защищайте. Атакуйте. Тут два моста. Ох ты ж ё. Так, хорошо. Что я могу? Я могу сразу вот так сделать. Вот так и вот так. 40 секунд у меня есть до спауна инженера. Они уже идут ко мне, да? Твари. Раз, два, три, четыре. Это у нас будет просто наша оборона, потому что к нам идут. Это уже нехорошо. Блин, один в три, это вот нехорошо вообще. Волна врагов. Да, сходу, я понял. Тут нашего чувачка завалили. Через 2 секунды будет инженер, давайте. Почему ты просто идешь, дружище? Блин, его сейчас просто убьют. Да, кстати. Наши ребята до базы дошли? Серьезно? Хоть немножко, но да. Так, улучшаем наших ребят тогда. Повышаем ранг денег, чтобы нам больше платили. Давай гренку, молодец. Греночку, красавчики. Давайте еще одного инженера и еще одного пехотинца бы нам сейчас, да. Повышаем ранг ребят, потому что он работает как общее повышение. Давайте, 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 проходите, тесните их. Они их прям на спауне мочат, красавчики. Ну, хорошо, да. Этот раунд, похоже, опять наш. Но это начало. Опять же, с каждой победой, когда противник отступает, он перегруппируется и становится сильнее. Поэтому тоже сильно затягиваться с ним нельзя. Мы получили турель против техники. Не может такой пехоты. Это понятно. И мы получили светочевые гранаты вражеской пехоте в зоне действия. Это круто. И опять же, мы получили еще одну пехотное подразделение. Пуф. Так, теперь нам нужно решать, куда нам двигаться. Сюда. Тут против нас будут только пехота. Тут против нас будут... Ой, ну мы тут еще получим стимуляторы. Всю пехоту, и ненадолго удваивает ее запас здоровья. Это очень крутая фишка. Я бы хотел сюда, наверное. Давайте пойдем. Что мне для этого? Я бы опять взял... У них будут...
ну, будут машины, но это не танки. В прошлой катке я видел машины, но я не знаю, они вроде как... С офицерами как-то не задалось. В тренировке офицеры вели себя гораздо лучше. Давайте я попробую щитовиков взять с собой. И пехоту обычно. Посмотрим, как это все пойдет. Фишка с двумя мостами была вообще в первый раз. Я до этого не видел. Ну, до этого. Я прошел 3 миссии в обучении. Но я понимаю, что игра там в сотню раз шире, чем то обучение, которое мне показали. Поэтому я до сих пор действую на ощупь. Так, раз, два, три, как обычно. Блин, он 40 стоит. Но это я сейчас торопиться не буду. Эти ребята, ну они пусть идут. 40, значит мне нужно... Вот так вот сделаем. На 4 бойца. Посмотрим, что чувак со щитом умеет. Еще одно удовольствие, еще одного чувака. Давайте, давайте, тесним их. И еще прокачаем наших ребят. Чувак со щитом, кстати, прикольный. На тебе греночкой. Ой-ой-ой, красавчики. Давайте еще денег. Он танкует, а ребята просто идут и сверху догоняют всех остальных. Давайте, давите их количеством. Давайте еще одного. Мне нужно второго щитовика. По-моему, моего скоро могут убить. Но они пока неплохо продвигаются. Ну, там какая-то бочка. Танкует просто по-божески. Смотрите, они просто спаункемпят. Вон еще один наш подходит. Давайте, давайте, ребят, подходим. Главное, вот сейчас мы их убьем до первой фазы тяжелой. Отлично. Да, это было легко. Щитовик вообще зарешал. Какой красавчик. И мы получаем еще 2 взвода этих тактиков и стимпаки. Супер. Так, мы можем, кстати, нефтевышка с временем обеспечить небольшой приток налички. Это очень крутая штука. А ты у нас кто? Бочка нефти. Продает бочку нефти и моментально приносит наличку. Это круто. Вот это что за область такая с бомбой? Это я не знаю. Но я так понимаю, что нам нужно вот сюда. Там, где флажок. Мы можем прямо сейчас пойти, допустим, вот сюда. Так, сторожевые вышки, УАЗ... И боевой мул доставляет большую группу бойцов на передовой. Опять же, эти машины не боевые. Мы получим дрон, дрон Камикадзе. Я не знаю, как наша пехота будет справляться, кстати, с техникой. У них хаба есть гранаты, но эти гранаты опциональные. Тут мы получим колючую проволоку. Опять же, гренки, пехоту. Здесь мы получим нефть. Нам, по идее, продвигаться бы вперед. И смотрите, там прям будет... Давайте тау поставим. Давайте возьмем пехоту, давайте возьмем инженера. Я не знаю, как это все будет идти. Я не знаю, как будет тау работать. Ну, поехали. Тут прям сходу будет жарко, очень жарко. Если мы вот это переживем, то еще очень большая полосатая вот эта линия. Без понятия, возможно, сейчас продуем. Я не знаю. Так, вначале нам дают сколько очков? Бесполезные налогообложения. Название операции просто королевское. Вперед. Значит, раз, два, три. Это по стандарту. Та у нас будет стоить 60. А щитовиков у меня нету, да? А где могу ее поставить?
неудачно поставил. А, она по этой штуке тоже стреляет. Я сходу могу сделать еще и вот так. Давайте еще немножко. Ладно. Раз, два, три, четыре. Гренками моментально накрыли. Давайте инженера сюда. Инженера, скорее. А, у меня не хватает. Пардон. Я не подумал об этом. Ай, блин. Чертова вышка. Я забыл про нее. Она мне так будет сейчас людей мочить, что ли? Не, нормально. У меня таупа не успела два раза выстрелить. В прошлый раз инженер так бездарно слился. Это он вызывает авиаудар, если что. Это инженер сейчас сделал. И он также еще лечит наших ребят. Эти ребята тоже загружаются, все дела, но... Ай! Вот, двое наших подходят, хорошо. Креночку! Есть, минус два. Тау поставим сразу сюда, прям под нос. Вот так вот их будем валить на месте. Скорее, 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 подходим, ребят. Ой, красиво. Мула взорви. Вот так. Блин, а чтобы чтоб скорее наши ребята подошли. У них и передовой как таковой не осталось. И он еще и... Все, наши вроде подошли. Техники надо скорее сейчас накинуться, потому что у них скоро пойдет очень крутая волна людей. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте греночку, отлично. Повысим уровень наших солдат сразу. А, хорошо. Волна врагов отменяется, а не приближается. В общем, ракетная установка, сказано, что она не стреляет по пехоте. Да, она не стреляет по пехоте, но если пехота находится рядом с транспортом, то влетает и пехоте, и транспорту. А это очень круто. Я пока что в восторге. Но все, Тау мы использовали, да? А, что-то мы получим... А это кто? Вайки со слезоточивыми гранатами. Слезоточивые гранаты, наносящие слабый урон по области, не наносит урон технике. У меня техники нету как таковой. А, у меня есть дроны, погодите. Может, я сейчас дронов и использую. Пойдем мы сразу сюда, наверное. Мне интересно исследовать абсолютно все, но чем больше я буду возиться, тем больше будет сила вражеской армии. Поэтому я не уверен, что мне это нужно все. У них тоже, кстати... А, у меня просто слезоточивый газ, а у них вояки со слезоточивым газом. Это разные вещи. Что у меня еще есть? У меня есть... А вот эти кто, я не помню. Мне интересно дрон попробовать. Очень интересно. Давайте я возьму пехоту и возьму... Я даже не знаю, что я возьму. Может ли мне этого хватить? Давайте глянем. В данном случае, мне кажется, дрон будет хорошей штукой. Могучий кентавр. Так, стандартная. Раз, два, три. Полторы минуты. Полторы, блин, минуты до дрона. Это очень долго. А у них прямо сейчас начнется давление. Так, во-первых, раз, два, три, четыре. Наши ребята пошли, будем просто отбиваться пока что. Больше денег. Я, похоже, могу... Ой-ой-ой-ой-ой! Сраный газ. Больше денег. Блин, наших ребят просто уничтожают. Но мы пока держим. Новый уровень. Поднимаем уровень ребятам.
Сейчас по одному я не буду их спавнить, я буду спавнить сразу, наверное, по 4, если получится. Греночку, отлично, минус 2. Давайте следующего. А вот эти ребята со слезоточивым газом... Да, вот так вот его греночкой. Тяжело. Вот это все придется выстоять, а только после этого идти в атаку. Поднимаем еще уровень. А, я могу уже дронов запускать. Отлично, по 20-ничку. Черт, их надо было нацеливать. Ну все, это проигрыш. Я тут уже ничего не сделаю. Или сделаю. Что за... Отлично, этого чувака снесли. Да, это я проиграл. Больше денег. Попробуем задавить их все-таки. Сейчас у меня будет небольшой перерыв. Я не знаю, как мне получится их давить, но... Попробовать этот тактический перерыв. По крайней мере, мы сможем хоть немножко продвинуть. Блин, он взял и просто двоих убил. Ну, нормально. Ну тут я уже ничего, кстати, не сделал. Уровень. Повышаем наших солдат. Ну, под конец я им опять же ничего не сделаю, потому что у них сейчас опять начнется дикая истерика. Смотрите, вот эта полосочка, она просто задавит нас. Дрон нужно было использовать более разумно. Ну, почему нужно было использовать более разумно? Давайте, ребят, вчетвером. Ну, приближается волна. Да, спасибо, я знаю. На тебе гренку. Отлично. Надо было больше вкладываться в подготовку наших ребят. Отлично, одной греночкой двоих сразу фигачил. Ну, их просто сейчас слишком много. Да, тут я уже ничего, к сожалению, не сделаю. Офигеть, я с шотгана просто взял, заехал по нему. Вражеское подкрепление, ну да. Вот еще раз.
Наша база, кстати, мне кажется, или она крепче, чем у них, потому что... Я не могу напрямую управлять солдатами, поэтому то, есть, то, что они остаются стоять в облаке газа, это... Нет, да. Это уже проигранная карточка. Надо ее брать было чем-то другим. Я еще не знаю, как пользоваться турелями. Операция провальная, кстати. А, у меня есть количество жизней. Такого я не ожидал. Ладно, эти ребята довольно крепкие. Тут у нас шотганщики, доставка. Давайте попробуем тогда вот эту территорию захватить. У них не будет никаких жестких парней таких. Пойдем пехотой. Пойдем... Дроны... Нет, дроны хорошая штука, но... Я ими, наверное, неправильно пользовался. Вот пушку вот эту надо бы научиться ей как-то пользоваться. Еще, наверное, может взять окопы себе. Жалко, тау у меня больше нету. Ну ладно, у них башни вроде тоже нету. Попробуем таким образом подойти к ним сейчас. Опять два моста. Черт, это отвратительно. Больше денег и сразу же ранг нашим ребятам. Так, у них прямо сейчас пойдет дофигища народу. Я могу заказать 3 человека себе. То есть я могу поставить вот так вот. И раз, два, три. И вот так вот. И сразу же сделать себе плюс сюда и сюда. И вот так вот. И еще вот так. Ой, молодцы какие. Мне нужно для наших ребят укрытие. Отлично. Повышаем ранг. Я могу еще одного. Могу. Давай. Проблема в том, что я не могу им говорить, на в какую сторону моста идти. Он стоит в открытую, просто ждет. Все, типа. А, не, вон наш один чувак остался. Отлично, этих мы быстренько умотали. Давайте, валите их. Вы лучше, чем они. Пожалуйста. Надо больше в деньги вложиться сейчас, если получится. Почти. Есть греночка. Хорошо, минус 2 сразу. По-моему, они пользуются моими укрытиями, или мне кажется? Я пойду под защитным этим. Пока что у них идет вот эта фаза. Мне нужно обороняться. Так, я добавлю себе еще личного состава, наверное. Блин, у этих странных грузовиков, у них тоже есть пушка. Какого фига? Повышаем ранг нашим ребятам. А,
А, они сюда тоже идут. Давайте, занимайте оборонительные позиции. Нам их просто отстрелить сейчас надо. Молодцы. Есть, грузовичок взорвали, супер. Еще одного. Группируемся в оборонительном. Потому что сейчас начнется трындец. Я долго не могу группироваться в оборонительном. У меня уже заканчивается энергия. Ладно. Но они все, блин, кроме одного вот этого перца, они все пошли... Блин, черт этот грузовик. Ой, блин, видели, как они их быстренько сейчас закосили всех? Так. Сейчас наших ребят прокачаем. Осталось двое. Да-да-да, я знаю, что приближается. Ждем. На тебе греночку пока что. Так, больше денег. Трое, чтоб трое сразу, давайте. Раз, два, три. Вот эту стадию сейчас нужно пережить. Нате вам греночкой под зад. Еще прокачиваем. Давайте, давайте, давим их пехотой. После этой тяжелой стадии, после подкрепления, у них будет просадочка по усилию. Надо будет в эту просадочку попробовать подзалезть. Так, деньги максимально... А, прокачаны наши на максимальный ранг, кстати. Ну, они хорошо стреляют, да, согласен. Давайте еще. Надо редут сюда. О, хорошо, они сосредотачивают огонь. Вот так, гренкой. Давайте, взрывайте, 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 не отпускайте его. Отлично. А, я могу, кстати, да, очки менять на деньги. Я совсем забыл об этом. Об этом говорили в обучении, но я забыл. Так, поехали в нападение, быстро. Надо, чтобы они подтянулись. Пока у меня полная... Полный состав. Все, мы их подтянули немножко. Нормально, теперь они подойдут. Окей, я более-менее понял, как этим управлять. Они их просто спаункемпят, смотрите. Все, у них закончилась опасная фаза. Давайте подгоняем наших, чтобы они подошли. Ну и вот так, база уничтожена. Я так понимаю, что эта жизнь нам все равно не восстанавливает, но все же. Но вот видите, зато сила вражеской армии очень сильно увеличилась. Получили колючую проволоку, еще, еще обычных вояк, то есть пехоту. Окей, с этого направления... Что это такое? Награда. Бонусная жизнь. А-а-а. Восстанавливает одну потерянную жизнь, если все жизни целы, не дает никакого эффекта. И как раз у нас одна жизнь потеряна. Тут башни. Башни мне, кстати, вообще ни разу не нравятся. Снайпер. Блин, снайпер. Ну, вот это очень крутой чел. И наемник, обычный группа наемника в нижней святыне выводится в бой в составе небольшого взвода. Несколько... А, нельзя вызывать во время перезарядки. Значительно усиливается при повышении ранга. О, а вот это вот мне нужно. Теперь я понял, кто эти ребята. Наверное, в следующий раз буду пробовать вот этих еще раз пощупать. Посмотрим, как оно выйдет. А вот то, что дают... Ой, собачек дают. Собак-вояка. Псов, если животные доживут до конца атаки, наличка за них вернется. Если очень большое. Ладно, ребятушки. Давайте тогда на этом закончим. Я же могу... Запнули достижения.
Вот, сохраните, выйти? Да, могу. Поэтому развязку этой истории мы с вами посмотрим в следующий раз. Пишите, что вы думаете про эту игру. Мне она лично очень сильно понравилась. Опять же, я говорю, что она выходит не вместо Тапса. Просто с Тапсом делаем пока что небольшой перерыв. Будет выходить дальше и Тапс, и эта игра. Поэтому пишите, что думаете, какие ваши мнения. Буду рад слышать. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек и всем покеда.